Мур, привет, друг, это Зверько. Есть такое понятие, как легко научиться, но сложно стать профи. Так вот, разбирая комбинации Гассена, которые выйдут позднее, я нашел интересную фишку. Как ты, наверное, помнишь, Гассен, если бросает кинжал от первого навыка, то висит метку на противника, а после применения ульты метка скидывается, и надо вновь выцеливать жертву, чтобы к ней подбежать первым навыком. Так вот, за то время, пока летит кинжал, можно использовать ульту, и Гассен перезарядит второй навык, а метка на противнике останется. Это можно сделать на дальней и средней дистанции. Вообще, расстояние зависит от твоей ловкости и пинга. Что это дает? Тебе не надо выцеливать жертву второй раз с первым навыком, и это позволяет провести максимально быструю комбинацию. 2-1. Ульта. 2-1-2. Вообще, комбинации и их вариации разберем позднее, ведь скоро выходит Маша, а значит и гайд на нее. Чтобы не пропустить, подписывайся на канал и делись видео с друзьями. Жму лапку, удачи, друг! Мертвый отряд, а не жив, чтоб победить, что любовь, то уже любовь.